Меня сейчас грузит часть восьмая, но не это даже страшно. Ни арест, ни сутки. Важно просто понимание, сердечное. Если люди хотят, то они всегда выйдут. И они должны понимать, что Лёша для нас, ну, сделал очень многое. Он боролся за нас, за наши интересы. Он боролся за правду. У него отобрали практически сейчас все. У него были региональные штабы, ну, очень сильная, как бы, система, которая помогала бороться именно с коррупцией в городах, которая тоже побила меня, допустим, я волонтерила в штабе Алексея Анатольевича в Петербурге. Когда его закрыли, это просто, ну, вырвали кусок души просто из сердца. Ну, мне тяжело сейчас, очень сильно. Я считаю, если человек поддерживает Лёшу, поддерживает то, что он делает реально классные, реально достойные вещи, поступки, вообще герой-человек. Вот, я его поддерживаю. Мне он стал уже каким-то человеком. Я его везде всегда поддерживаю, буду поддерживать. Свободу Алексею Навальному. Здравствуйте. Вам нужно сейчас быть проехать с нами, политической беседы. Политической беседы? Да. Мне сказали, что я не имею права стоять в пикете. Я сдержала слово, я стою. Вы отказываетесь от пикета на законе приезда? Нет, я отказываюсь. Пройдем. Thank you.